За последние 30 лет это уже шестой курултай международного общества «Казах тілі». Его главная цель, как и прежде, повысить статус государственного языка. Задача, казалось бы, первостепенной важности, однако решить ее в полной мере пока не удается. И это при том, что президент практически в каждом выступлении говорит об усилении роли казахского языка. Тем не менее, работа по продвижению госязыка в стране ведется слабо, дал свою оценку деятельности международного общества «Казах тілі» государственный секретарь. По мнению Кырымбека Кушербаева, здесь нужна полная перезагрузка. Во-первых, с целью усиления роли казахского языка необходимо усовершенствовать материальную базу и электронные ресурсы международного общества «Казах тілі» и его филиалов в регионах. Политические партии, неправительственные организации должны работать сообща. Необходимо поддержать работу по переходу на латинскую графику. Международной организации «Казах тілі» помимо вопросов развития казахского языка необходимо усилить работу по духовному развитию и укреплению национальных интересов. Это, по сути, задача каждого, кто заинтересован в продвижении госязыка. В стране, к примеру, сотни НПО работают в этом направлении, только проку от их работы мало. Нет ни единой концепции, ни стратегии. Объединить их усилия воедино – еще одна задача международной организации «Казах тілі», отметил Кырымбек Кушербаев. Это позволит сформировать учебные и организационные процессы, а за счет увеличения госзаказов и грантов будут решены вопросы финансирования. С воодушевлением участники курултая приняли еще одну инициативу государственного секретаря – обеспечить кандасам свободный доступ к изучению родного языка. Для этого необходимо скоординировать работу с фондом «Отандастар». Курултай выдвинул большие требования, и они обращены к каждому казаху. То есть того, что мы требуем от общества, мы должны сначала придерживаться сами. И если до курултая я чувствовала в душе какую-то пустоту, переживала за судьбу казахского языка, то после услышанного здесь я ухожу окрыленная, с восторгом и надеждой. И чтобы все сказанное на курултае не осталось на словах, а действительно было подкреплено делом, в стране создадут республиканскую комиссию, которая будет следить за качеством и масштабами работы по продвижению госязыка. Закончился курултай избранием председателя международного общества «Казах тілі». Им стал депутат Мажилиса парламента Берік Абдығалиұлы. Лаура Байбачанова, ЖТКН.